Добрый день. Поступил вопрос, что такое органическое эмоционально-лабильное расстройство с когнитивным снижением? Является ли этот диагноз противопоказанием для вождения автотранспорта? Итак, органическое эмоционально-лабильное расстройство – это из названия понятно, проявление эмоциональной лабильности на фоне органических изменений в центральной нервной системе. Ну, центральная нервная система в данном случае подразумевается головной мозг, а эмоциональная лабильность, что такое эмоциональная лабильность? На любой раздражитель, на любой абсолютно раздражитель, положительный или отрицательный, мы реагируем определенным образом. То есть мы даем некоторый пик эмоций, когда наша острота нашей реакции на этот раздражитель максимально сильная, и потом некоторый период угасания этой реакции. Ну, как пример, что на лекциях я часто привожу этот пример, таракан. Что такое таракан? Таракан – это насекомое. Два жестких надкрылья, два усика, шесть лапок. Но для одного человека таракан – это только биологический объект, для другого человека это таракан, он взлетел на стол, и его аж трясет у него прединфарктное состояние. Третий человек достал таракана из тарелки и кушает дальше, а четвертый человек держит этих тараканов дома, больших мадагаскарских, которые шипят, это его домашние питомцы. То есть для каждого из этих четверых реакция на одно и то же существо, на один и тот же объем информации, таракан совершенно разный. И другая реакция, у них совершенно разные реакции и в плане сердцебиения, и в плане давления, дыхания, секреции желудочно-кишечного тракта, мышечного тонуса, расширение, сужение зрачка, так далее. То есть по всем критериям реакция разная. За счет чего эта реакция разная? На один и тот же объем информации. За счет именно эмоциональной оценки. Это эмоция, это то, что является энергетикой нашей психики. На раздражитель, слово таракан, следует определенный пик реакции и определенный период угасания. Но если таракан сидит у вас в тарелке, соответственно, пик больше, период угасания дольше. Но, тем не менее, пик и угасание. Вот из этих множества этих пиков и угасаний на протяжении нашей жизни постоянно складывается определенный эмоциональный фон. Если больше положительных пиков и у них длительные периоды угасания, то у нас скорее положительный эмоциональный фон. Если больше отрицательных пиков и у них больше периоды угасания, то, соответственно, отрицательный эмоциональный фон. И то, и другое создает для нас определенный энергетический потенциал для того, чтобы мы действовали, чтобы мы работали, либо мы бежали, либо мы дрались, либо мы любили. Но в любом случае это наша энергетика. Эмоциональная лабильность, вот особенно в варианте органического эмоционально-лабильного расстройства, характеризуется тем, что за счет органического поражения центральной нервной системы, головного мозга, способность к выраженным реакциям и особенно к удерживанию вот этого вот фона, к следу периода угасания, она резко снижается. То есть при наличии эмоциональной лабильности любой раздражитель вызывает сразу максимальный пик, либо положительный, либо отрицательный, и такое же максимальное полное быстрое истощение. То есть присутствует, как при астеническом синдроме, смотрим про астенический синдром, ссылку на экране, одновременно как признаки легкой возбудимости нервной системы, так и признаки ее быстрой легкой истощаемости. У человека нет ровного фона, у него одни пики и угасания, пики и угасания. Фона нет, поскольку нет периода угасания, эмоции истощаются слишком быстро. И возникает это, как уже сказано было из названия, за счет органической патологии головного мозга. Она не должна быть обязательно какой-то массивной, это не обязательно должен быть инсульт там, или какая-то опухоль, или еще что-то. Это может быть просто старческие изменения, это может быть энцефалопатия, та же самая, сосудистого, токсического генеза, травматического или генеза. Не суть важно. То есть на минимальной, незначительной органической основе присутствует вот такие вот неспособность удерживать постоянный ровный эмоциональный фон и, соответственно, как следствие, слабость, вялость, разбитость, утомляемость, истощаемость, снижение трудоспособности, то, что раньше давалось легко, требует постоянных усилий и напряжения, то, что раньше доставляло удовольствие, сейчас уже не доставляет удовольствия,
отдых не восстанавливает силы, сон не восстанавливает силы, сон, как правило, нарушен, сонливость присутствует постоянно, в то же время, когда спать человек ложится, заснуть не может. Ну, опять-таки, полная картина астенического синдрома, как я уже говорил, ссылка на экране. Здесь в вашем диагнозе, который вы озвучили в своем письме, звучит еще и снижение интеллектуальной и когнитивной продуктивности. О чем это говорит? Это говорит о том, что собственная интеллектуальная работа уже не дается так легко. Здесь не идет речь о деменции, что такое деменция, смотрим ссылку на экране. То есть речь не идет о том, что человек становится слабоумным, да, но тем не менее интеллектуальная работа у него снижается по сравнению с его возрастной нормой. Понятное дело, что абсолютно жестких критериев нет, хотя, пожалуйста, я уже говорил про эту шкалу Mini Mental State Examination. Она позволяет оценить, где, собственно говоря, начинается уровень уже деменции. Но, как правило, если стоит не деменция, а вот именно снижение когнитивной продуктивности, то речь идет о незначительном снижении способности к вот этой вот интеллектуальной работе, выполнению интеллектуальных заданий. Является ли данный диагноз противопоказанием к вождению автомобиля? По-хорошему, да, безусловно. Дело в том, что при наличии такого диагноза подразумевается априори значительное снижение концентрации внимания, снижение скорости реакции, снижение способности к восстановлению сил. И, конечно, такой водитель может ездить только на очень спокойной трассе с очень небольшой скоростью и очень недолго. Поскольку таких ограничений на водителя, естественно, наложить невозможно, а подразумевается, что ездить он будет везде и всюду и так, как ему будет надо, то, конечно, сажать его за руль крайне опасно. И по-хорошему, именно такое вот расстройство, тем более, что оно имеет органическую природу, как раз-таки попадает под описание тяжелых хронических с стойкими изменениями состояния. Поэтому, скорее всего, да, такой диагноз будет за собой влечь допуск к вождению автотранспорта. Но, опять-таки, это должно решаться, естественно, комиссией и при, конечно же, очном освидетельствовании пациента. Дополнительная информация по поводу комиссии, по поводу доступа, допуска к вождению автотранспорта, можно посмотреть ссылки на экране. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.